Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy J5 2016 года. И сейчас вам покажу, как на этом устройстве можно добавить или же удалить аккаунт Google. Что мы для начала делаем? Разворачиваем шторку уведомлений, открываем настройки, опускаемся вниз до пункта облака и учетные записи. После этого выбираем учетные записи и нажимаем добавить учетную запись. После этого мы выбираем наш аккаунт Google. Немножечко подождем. Вписываем адрес электронной почты. После этого вводим пароль. Нажимаем «Далее», затем принимаем условия. Соглашаемся на сервисы Google. И вот, как мы видим, учетная запись добавлена. Если мы хотим ее удалить, выбираем, нажимаем на троеточие и выбираем опцию «Удалить учетную запись». Подтверждаем. И все, как вы видите, учетная запись удалена. Значит, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.